Вот сегодня был запрос в одну из городских больниц ковидных, баллон, чтобы перевести пациентов из реанимации на МРТ, на КТ свозите обратно. В больнице даже нет баллона. Перебои с кислородом. Сегодня в инфекционке ужас, что творился. Звонили медики. Вчера звонили медики из городских больниц. Записи как просто невозможно слушать. Врачи, я не хочу смотреть, как они умирают. Пожалуйста, младший персонал, вот сегодня повезли концентраторы, потокового кислорода нет, пожалуйста, дайте концентратор, мы подключим на один концентратор, мы подключим на два концентратора. Дальше что? Концентраторов нет. Лист ожидания со вчерашнего дня. На сегодняшний день 29 человек в списке. Возвраты, к сожалению, не так быстро, как бы хотелось. Это либо умершие пациенты, либо пациенты, которые дождались своего места в стационаре. В коммерческих прокатах по состоянию на пятницу уже ничего не было. Осталось 140 концентраторов в городских поликлиниках. У пациентов для этого должна быть декларация заключена семейным врачом, и тогда они, возможно, его получат. Все, у кого нет декларации, ну все, концерт окончен.